Лободяна. Здравствуйте, доброе утро. Участники Международного форума лидерства женщин, женщины, мир и безопасность. Эти три слова – это название резолюции номер 1325 2000 года, которая констатирует, что неравенство между женщиной и мужчинами – это проблема обеспечения мира. Резолюция было результатом столетней дискуссии в решении конфликтов, которые в неравным способом касались мужчин и женщин, и также касались разрешения конфликтов. Как говорила Мишель Бахе, бывшая президент Чили, мы не можем себе позволить запропастить половину потенциала популяции. Неважно. Были это безопасность питания, экономика или мир и безопасность. Участие женщин в решении этих вопросов сейчас как никогда важен. Эти резолюции актуальны и на сегодняшний день. Все чаще в мире мы слышим, что мир стоит на грани конфликта. В средствах массовой информации мы ежедневно видим страшные виды с разных мест мира. Европейский Союз, как и Литва, постоянно сталкивается с последствиями этих конфликтов. Хватает ли достаточно ли места для женщин за столом для разрешения конфликтов и участия в миротворческих процессах? С чем сталкиваются женщины и мужчины, работающие в зонах конфликтов? Какова роль гражданского общества в обеспечении устойчивого мира? Это лишь некоторые из вопросов, на которые сегодня мы будем стараться находить ответы. У нас будут 23 докладчика из разных стран. Перед нами чудесный день. Участвуют больше, чем 200 участников, которые удаленно наблюдают за нашим мероприятием. Я здороваюсь со всеми, призываю принимать участие в мероприятии, виртуально задавая вопросы нашим докладчикам. Мне очень приятно пригласить женщину-лидера, с которой мы много лет работаем над вопросами прав женщин. От танца на площади Кудирки, который предназначался борьбе с насилием по отношению женщин, до сегодняшнего форума, во время которого мы возвращаемся к правам и безопасности женщин. Виктория, слово вам. Большое спасибо, доброе утро, добрый день, уважаемые участники, участницы. Мне очень приятно встретиться с вами присутственно и с теми, кто смотрит наше мероприятие онлайн. В прошлом году мы отмечали 20-летие от принятия резолюции Совета Безопасности ООН 1325. Каждый, кто борется за гендерное равноправие, знает это название и эти цифры, потому что в 2000 году первый раз было официально признано, что гендерное неравенство означает нарушение мира в разных странах. И десятилетия наши усилия были нацелены на то, чтобы показать, что права не равны, что женщины имеют одинаковые права в миротворческом процессе, а более того, участие женщин и равные права означает то, что это важно для долгосрочного мирового решения конфликтов. Смотря на трансформации за последние десятилетия и за последний век, мы должны помнить, что большинство женщин были медсестрами, которые ухаживали за ранеными во время Второй мировой войны. Это движение суфражисток. Это Первая мировая война, которая изменила наш способ мышления и подтолкнула женщинам к занятию позиций и должностей, которые до сих пор учитывались только как мужские. Именно благодаря этому мы можем голосовать, мы можем быть избранными, мы можем активно участвовать в процессах политики, управления государством и лидерства. Несмотря на достижения цивилизации, женщины все еще те, которые во время вооруженных конфликтов очень уязвимы.
Эти невидимые войны все еще происходят и на уровне семьи, работы, школы. Это и мобинг, это и разные другие социальные явления, как, допустим, ненависть, с которыми мы должны бороться. Это очень трудная борьба. Парадоксально, но возвращаясь к решению конфликтов, во многих случаях, также и сегодня, голос женщин не слышим. Это все еще мир мужчин. Поэтому именно на сегодняшний день мы, женщины, должны вовлечься в решение конфликтов и мирные переговоры, взять в свои руки лидерство в неженских областях, как, допустим, безопасность. Учитывая эту платформу, эксперты, неправительственные организации и их деятельность, за которую я хотела бы выразить благодарность, вот так же, как и организаторам этого форума, нацелены на то, чтобы помочь тем, которые в своих странах не могут быть услышанными, не могут сидеть за одним столом принятия решений. Ведь мир — это не только прекращение военных действий, это прекращение также насилия, это также прекращение нежелательных явлений. Надеюсь, что конференция сегодняшнего дня поможет дальше дискутировать насчет успешного внедрения резолюции 1325 и помочь женщинам быть наравне с другими принимающими решения. Большого вам успеха! Благодарю спикера парламента и за ваше последовательное участие в решении вопросов женщин. Но невозможно говорить о мире и безопасности в мире, не имея дела с агрессивным поведением повседневной жизни, когда стереотипное мышление не позволяет увидеть его главную причину – гендерное неравенство. Приглашаю еще одну женщину-лидера, министра социальной защиты и труда Монику Новицкене, поддержку которой мы чувствуем в решении проблемы насилия в отношении женщин в местной среде и в семье, она это поддерживает. Здравствуйте, уважаемый спикер, уважаемый посол, уважаемые неправительственные организации. Я обращаюсь к вам в очень широком смысле, но я имею в виду всех тех, которые работают в теме защиты прав человека, лидерства женщин и обеспечения прав. 20 лет – это очень хороший период, который можно обозреть, который можно оценить в смысле принятых решений, в смысле каких-то выводов. И говоря про лидерство женщин, мне самой, как женщине, удалось жить и вырасти в такой семье, в которой я никогда не чувствовала какого-то замечания про то, что я чего-то не могу, потому что я женщина. Потому что именно в этом духе мы воспитываем с мужем и наших двух дочерей, которые тоже должны понять, что каждая мысль, что каждое желание, что каждая цель, которую вы установили, может быть достигнута вне зависимости от того, являетесь вы мужчиной, женщиной, девочкой или мальчиком. Именно наблюдая за своими дочерьми, я думаю, что именно вот в поколении молодежи, в поколении наших детей, стигматизация, разделение на гендеры будет отсутствовать. Но сегодня перед нами еще стоит множество заданий, потому что мы видим, что не все женщины достаточно отважны, чтобы высказать свои мысли, не все чувствуют поддержку. Я очень вдохновлена нашими соседями из Беларуси, их примером, потому что немного можно сказать хороших примеров о той стране, но именно те женщины, которые были достаточно отважны, чтобы справиться с репрессивным режимом, выйти на улицы без оружия, с цветами, с песнями, хотя, может быть, они и боялись, но они сказали нет репрессиям, они сказали нет режиму. Держа в руках только цветы.
Мне эта иллюстрация, мне это вдохновление, напутствие того, что не нужно много катализаторов для того, чтобы женщины объединили свою отвагу, свои возможности и вышли, чтобы изменить мир. Это еще одна возможность обратить внимание на насилие против женщин, которое остается важной проблемой не только в Беларуси, но и в других местах мира. Лидерство женщин в Литве тоже у нас проявилось и в этом правительстве, когда именно с кризисом и с пандемией справляться приходится правительству Ингриды Шимоните. У нас 6 женщин-министров из 14 в текущем кабинете. И сразу же после начала работы мы инициировали и пересмотр бюджета, и разные средства и меры по борьбе с карантином, и всякие другие вещи, которые нам были нужны в борьбе с кризисом. Я очень горда, что в этом правительстве гендерное равенство и вопросы женщин находятся в приоритете в нашей политике. Повестки. И мы еще никогда не имели такого внимания, как во время работы этого правительства. Я думаю, что это и изменение стратегического планирования, и проблематика гендерного равенства, которая решается горизонтально. Это не является вопросом одного и лишь одного министерства. Мы вовлекаем всех людей, ответственных за решение, для того, чтобы гендерное равенство было развито во всех векторах принятия решений. Не только де юре, но и де факто. Это хороший шаг вперед по дороге к лучшему гендерному равенству и охране женщин от насилия. Если бы мы говорили про домашнее насилие, мы уже подготовили проект закона, который должен лучше охранять женщин от ненависти и насилия, и поблагодарить женщин не только за то, что они готовили этот проект, но и за то, что они смогут внедрять этот закон, когда уже у нас появится и ордер насилия, и другие рычаги, которые будут хорошим подспорьем также и неправительственным организациям. Мы не должны бояться высказывать мысли про борьбу со стереотипами не только на политическом уровне, но и на других уровнях. В школах, начиная от учителей, в семьях. Домашнее насилие, конечно, тут это и родители, это и общины, которые могут напутствовать решению этих проблем. Никогда не нужно бояться сказать и признать, что мы еще не все сделали, что еще много нужно сделать, много перед нами. Поэтому международная конференция и дискуссия, во время которой мы услышим много напутственных речей, вдохновляющих мыслей, поможет нам не заснуть на наших достижениях, не заснуть на лаврах и еще больше сосредотачиваться для того, чтобы женщины получили больше полномочий, чтобы было как можно меньше насилия, и чтобы этот потенциал, который мы, женщины, несем, мог быть замечен и выражен во всех странах мира. Большое спасибо. Я хотела поблагодарить и порадоваться, что с женщинами-министрами, с женщинами-членами парламента мы примем новый закон про насилие в домашних условиях и также, наверное, ратифицируем Стамбульскую конвенцию. Ну, безопасность женщин – это не только ответственность женщин. Я бы хотела порадоваться и представить Министерство иностранных дел, которое внесло свой вклад в организацию мероприятия, и именно благодаря им мы можем беспрепятственно общаться удаленным образом. Сегодня нас приветствует заместитель Министерства иностранных дел Мантас Адоменас. Уважаемые спикеры Сейма, экселленции, участники форума, мне очень приятно приветствовать всех собравшихся на этом важном мероприятии, поблагодарить его организаторов, посольство США в Вильнюсе и Центр женской информации.
В прошлом году, отмечая 20-летие резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, было очевидно, что включение женщин в решение конфликтов, а также миротворческие процессы, остается актуальным вопросом как в международных, так и в национальных повестках. Это мероприятие – отличный повод обсудить возможность более активного вовлечения женщин в решение конфликтов. Многое уже сделано для внедрения целей резолюции, но стоит заметить, что участие женщин в разных этапах конфликта, превенции, управлении и решении все еще недостаточно. Парадоксально, что практически не будучи инициаторками конфликтов, женщины становятся основными мишенями насилия на протяжении и после завершения конфликтов. Международная практика показывает, что мирные соглашения во время переговоров, в которых активно участвуют женщины, более устойчивы, поскольку в них отражаются все области жизни, которые определены после завершения конфликта. Право женщин и гендерное равенство – долгосрочный приоритет Литвы. Поэтому принимаем участие во внедрении повестки «Женщины, мир и безопасность» на национальном и международном уровнях. Во втором плане введения действия этой повестки предусмотрены обязательства и конкретные средства снижения отрицательного влияния от конфликтов на женщин и девочек, а также способствовать вовлечению женщин в решение конфликтов. Важно заметить, что план разрабатывался и внедрялся при усилии внежведомственного сотрудничества с НПО. Участие экспертов гражданского общества, поиски инновационных способов деятельности, а также их применение особо важны в этом контексте. Устойчивый мир неотделим от гендерного равенства. Превращение культуры насилия в культуру мира возможно только благодаря полному вовлечению женщин. Желаю содержательной дискуссии, которая, вне сомнений, станет еще одним шагом на пути внедрения условий резолюции номер 1325. Спасибо. Благодарим вице-министра иностранных дел за поддержку прав женщин и считаем, что это только начало нашего тесного сотрудничества. Сегодня, как и многие годы, мы чувствуем поддержку Соединенных Штатов в области прав человека. Поэтому сейчас я передаю слово послу Соединенных Штатов Америки и его команде, благодаря которой мы находимся сегодня здесь. Проект, который нас сегодня объединил в международном форуме, финансируется посольством США в Литве, в Вильнюсе, по фонду Alumni Engagement. И именно посол США Роберт Гилкерст в начале 2020 года начал свою каденцию в Литве. До назначения он работал директором операционного центра Государственного департамента США в Швеции, в Эстонии, представлял США в делах северных и балтийских стран в отделе по делам Европы и Евразии Государственного департамента США, работал в Ираке, в Румынии и был специальным помощником канцелярии госсекретаря США. Пожалуйста, слово вам. Madam Speaker, Уважаемый спикер, уважаемый министр, уважаемые участники, доброе утро. Я очень рад приветствовать вас на этой конференции и очень рад лично видеть вас в этом зале. Очень приятно опять иметь возможность общаться напрямую и также обратиться к такой уважаемой аудитории. 20-й юбилей резолюции ООН 1325 ставит вопрос, а чего же мы достигли в своих попытках продвинуть роль женщины в обеспечении мира и безопасности по всему миру? И кроме того, что же еще мы должны сделать в этом направлении? Ну что же, прогресс у нас достигнут. В последние два десятилетия мы расширили участие женщин в органах, которые ответственны за разрешение конфликта. Мы усилили защиту женщин и девочек от гендерного насилия. Мы видели всплеск гуманитарной помощи, направленной на расширение прав и возможностей женщин и девочек. Как дипломат, я видел все эти изменения своими глазами в ходе своей карьеры. Но прошло 20 лет, и мы не можем отрицать, что женщины и девочки все еще страдают
несоразмеримо от насилия и вооруженных конфликтов. Достаточно редко все еще можно видеть, что женщины руководят или хотя бы участвуют в мирных переговорах. Их исключают из органов власти на местном, национальном и международном уровнях. Пандемия COVID-19 еще более усилила эти неравенства. И также мы сделали даже несколько шагов назад в некоторых областях. Я хочу заявить, что США как никогда привержена поддержке женщин, мира и безопасности. Мы восстановили свое членство в ВОЗ и также восстанавливаем свое партнерство с агентством ООН «Женщины» для того, чтобы расширять права и возможности женщин по всему миру. В 1944 году леди Элеонор Рузвельт сказала, что без равенства не может быть демократии. Или, как вице-президент Харрис перефразировала недавно, она сказала, что статус женщины – это статус демократии. Когда у женщины нет возможности получить услуги здравоохранения, когда женщина чувствует себя небезопасно в области доступа к продуктам питания, когда женщины больше подвержены риску проживать в нищете, когда они уязвимы, говоря о гендерном насилии, конфликтах, все это усложняет возможность женщины участвовать в процессе принятия решений, и, в свою очередь, это не позволяет демократии процветать в полную силу. Статус женщины – это статус демократии. США стремится к улучшению и статуса женщины, и статуса демократии. Да, мы продвигаемся в том, чтобы помогать женщинам усиливать нашу демократию каждый день. И я очень рад, что моя коллега, посол Джулия Фишер, обратится к вам сегодня позже с выступлением. Мы также привержены поддержке Литвы в ее внедрении второго национального плана действий, и мы очень горды тем, что поддерживаем, спонсируем сегодняшнюю конференцию как часть инновационного фонда Alumni Engagement. И Ругиле Буткевичуте, далее Ленарте и все в информационном центре по вопросам женщинам, мы являемся перед вами в долгу за ту работу, которую вы выполняете для продвижения безопасности женщин. Благодарю вас за возможность находиться здесь сегодня и за всю ту работу, которую вы выполняете. Ваша работа и все ваши усилия, они просто необходимы для того, чтобы мы достигли своей визии безопасного мира для всех. Для нас большая честь быть с вами на этом пути. Большое спасибо. Ачу амбассадорю. Благодарим вас, уважаемый посол, и благодарим всю вашу команду за ваш вклад в успех этого мероприятия. Также хочу выразить свою радость в том, что не все органы Европейского Союза располагаются в Брюсселе. Некоторые располагаются и в Вильнюсе, и как раз та организация, которая ответственна за равенство, за гендерное равенство, Европейский институт гендерного равенства. И я сейчас передам слово представителю Европейского института по гендерному равенству Маруша Гортнер. Лабадьена. Добрый день, уважаемые докладчики, уважаемые участники. Мне очень приятно находиться сегодня с вами, отмечая 20-летний юбилей резолюции ООН 1325. В Европейском институте по гендерному равенству мы полагаем, что данные рассказывают истории, а говоря о женщинах, безопасности и мире, то история у нас все еще продолжается. Давайте будем откровенны. Когда мы рассматриваем данные по представительству женщин в процессе мира и безопасности, то данные на самом деле жалки. В Европейском Союзе 27 стран, и женщины составляют очень маленькую часть тех, кто занимает посты министров по охране края. В Литве был один министр по охране края, по обороне, и не было ни одного министра иностранных дел. Я не говорю эти даты только для того, чтобы Литва показалась как-то некрасиво. Это просто те данные, которые отражают все данные во всех других странах Европейского Союза. В моей стране, в Словении, например, у нас было два министра обороны, женщины, и ноль женщин занимали пост министра иностранных дел. Ситуация в Германии похожая.
И вот отсутствие женщин, возглавляющих внешнюю политику и безопасность, отражается в то, что мы видим на высшем уровне в Европейском Союзе. Совет по внешним делам в Европейском Союзе возглавляется мужчинами. И решения принимаются практически эксклюзивно мужчинами. Международные договоры по торговле также заключаются мужчинами. Почему у нас такая ситуация? Отсутствие интереса – это не проблема. Давайте посмотрим на страны Европейского Союза, на дипломатический корпус. И здесь уже картина совершенно другая. В Литве, к примеру, более половины дипломатов – это женщины. У нас нет данных по всем странам Европейского Союза, но мы видим, что немало женщин-дипломатов в Эстонии, в Дании, Финляндии, Латвии, Словении и, конечно же, Швеции. Все еще есть определенное сопротивление в отношении женщин, которые принимают заключительные решения в области мира и безопасности в наших странах. И вот эта история как раз-таки развивается. Представительство женщин в области мира и безопасности менялось в дипломатической службе Европы. 35% составляют сейчас женщины. Мы видим увеличение с 20 до 35% в последние 5 лет. И это отмечается во всех странах Европейского Союза. Нельзя просто куда-то добавить женщин и надеяться, что та область, где веками доминировали мужчины, вдруг сразу изменится. На самом деле тут надо больше работы и понимания того, что представляет собой мир и безопасность. У нас есть пример в Швеции, и этого мы не видим в таких странах, как Франция и Люксембург. И вот такой подход, который мы видим в Швеции, отражает, что потребности женщины отражаются во внешней политике и приводят к более высокой части представительства женщин. Почему Европейский Союз не принял эту политику? Европейский парламент призвал рассмотреть этот вопрос, но дипломатическая служба Европейского Союза только что подтвердила третий план действий по гендерному вопросу. И вот пока можно сказать, что женщины всегда испытывали на себе результаты решений в области внешней политики, пока они сами участие в принятии этих решений не принимали. Мы видим, что изменения грядут. И в заключение хочу поблагодарить вас за организацию этой конференции, которая немного приблизит нас к нашей цели. Это гендерное равенство в странах ЕС и за пределами Европейского Союза. Спасибо. Dar kartą dėkoju visiems už tai. Я хочу поблагодарить всем за то, что вы уделяете внимание этой теме и работаете в направлении того, чтобы права женщин и права человека были обеспечены при разрешении конфликтов и поддержании мира в процессе демократического развития. Благодарю Ругиля Буткевичюте, Даля Ленерте, также посольство США, МИД и команде Центра информации женщин за огромную работу, которая была проведена при организации этого форума. Я хочу призвать вас и дальше смело мечтать, смело работать. И я надеюсь, что мы встретимся с вами в 2023 году в Вильнюсе во время съезда НАТО на форуме женщин, который будет посвящен вопросам мира и безопасности. Буткевичюте. Уже больше года я вынашивала концепцию этого мероприятия у себя в голове, и наконец-таки это мероприятие происходит.
Столько лидеров высказываются по правам женщин и по вовлечению женщин де-факто в решение конфликтов и поддержание мира. Мне очень приятно пригласить одну женщину-лидера нашего основного докладчика Татьяну Хулицкую. Татьяна недавно участвовала в нескольких международных проектах, таких как EUSTRAT, где особое внимание уделялось анализу восточного партнерства, и в проекте «Контакт», в котором речь шла о языке вражды и преступлении на почве ненависти. Области научных интересов Татьяны – это анализ политики, внешней политики, гражданское сообщество в недемократических режимах, реформы в постсоветских государствах, исследования Белоруссии, государство благосостояния и социальная политика постсоветских государств. С 2011 года Татьяна участвует в проектах неформального образования Беларуси и сотрудничает с такими центрами, как СИМПА, БИПАРТ, где она является директором по вопросам академических достижений. Добрый день. I'll add one more. Я еще один язык добавила в работу нашей конференции. Чувствую очень большую привилегию находиться среди вас сегодня во время форума. Я хотела также сказать своим женским голосом про Беларусь. И именно очень хорошо, что я могу сделать на таком высоком уровне. Сегодня я буду говорить про несколько вопросов, первый из которых – безопасность. Да, сегодня я буду говорить про несколько вопросов, первый из которых – это вызовы безопасности в странах Восточного партнерства, потом проговорю про гражданское общество и изменения, которые могут быть замечены в постсоветских странах, и потом продолжу свою историю про Беларусь и расскажу про свою личную историю, а также истории моих коллег и знакомых. Сегодня, когда мы говорим про вызовы безопасности в странах Восточного партнерства, мы говорим про реальные политические перспективы, говоря про суверенитет и территориальную целостность новых независимых государств в прошлом стран Советского Союза, особенно в зонах военизированных конфликтов. Я хотела также подчеркнуть, что очень важно пользоваться более широким понятием безопасности, когда мы говорим про вот это hard security, мы говорим также и soft security, то есть мягкая безопасность, гуманитарные вопросы, включая поддержку. И должны также помнить про то, что в современном мире граница между вот этим твердой и мягкой безопасностью затирается, потому что именно в странах Восточного партнерства потенциально мы видим в регионе, в котором присутствует одна проблема, связанная с безопасностью. Из разных источников это следует. Во-первых, это протегированные или замороженные конфликты. Мы знаем, что 5 из 6 стран Восточного партнерства у нас существуют неразрешенные территориальные конфликты в разных территориях, в которых находятся российские вооруженные силы напрямую или косвенно. Решение этих конфликтов означает то, что мы должны говорить про геополитические риски и то, что происходит с новыми странами, также про реформы правительств в этих странах. Иногда это давление, особенно то, это мы видим на примере Армении. И второе замечание по конфликтам – это гибридное давление. Гибридное давление или гибридный стресс – это та фраза, которая очень модная, которая включает в себя много разных понятий и также кампаний от кибернетических преступлений до каких-то военизированных вмешательств. Сегодня мы знаем, я уже повторюсь, что в 5 из 6 стран Восточного партнерства так или иначе существуют конфликты. Я чуть позже расскажу про
про Беларусь. Это не открытый конфликт, но мне кажется, что в Беларуси происходит гражданская война на сегодняшний день. И третий источник – отсутствие безопасности в секторе внутренних дел – это секторальные реформы в странах Восточного партнерства, которые поддерживаются Европейским Союзом, но сосредотачиваются на мягкой безопасности, не говоря про полицию, систему юстиции, судов и так далее. Особенно в ассоциированных странах эта поддержка очень важна, потому что национальная безопасность и потенциал соответствующих служб у нас зависит от внешних источников финансирования. Я побольше говорю про источники безопасности, про гражданское общество, как оно с этим работает, но из-за ограничения времени я больше расскажу про гражданское общество в постсоветских странах и странах Восточного партнерства. Теоретические и практические знания подводят к тому, что гражданское общество играет очень важную роль в эволюции страны и общества. Говоря про социальные политические вопросы, и я бы сказал, что очень возможности организаций и ассоциаций, свобода слова и независимые структуры от государства. Что же это означает? Это означает, что гражданское общество играет важную роль в процессе демократизации, в процессе открытия широкого доступа к организациям и институциям. Иногда это инструментальное начало перехода к новым политическим деятелям, государственным институциям и борьба с препятствиями. Особенно если это женские гражданские организации, которые в странах Восточного партнерства очень активны, как и в других странах постсоветского пространства. Мы также знаем, что существуют и другие организации, которые находятся в постсоветских странах, которые поддерживают недемократические режимы. Как бы это странно не звучало, но это оксиморон, эти правительственные и неправительственные организации, потому что это организации, которые спонсируются государством и поддерживают государство, поскольку удерживаются из бюджета, а также напрямую связаны с легитимностью недемократических режимов, поддерживают недемократические выборы и способствуют разным недемократическим проектам. Здесь вы видите пример, опять же, Беларуси. Это правительственные, неправительственные организации. Опять же, парадоксально то, что они называются Союз белорусских женщин, то есть они делают вид того, что они объединяют белорусских женщин, и довольно большое количество членов. Вы также видите на фотографиях, что это социальные и визуальные портреты этих женщин, которые я, ну, не хотела бы сейчас делать какие-то догадки, но здесь вы явно видите, что это женщины, которые вовлечены в структуры власти, которые пользуются государственным аппаратом и просто говорят, что они часть гражданского общества, в то же самое время они делают прессинг на женские голоса и работают внутри страны тоже довольно активно. Основной ролью этих организаций является сотрудничество с государством и предоставление именно другой мысли, другого мнения от стороны государственных институций. Я также хотела поговорить про ситуацию в Беларуси и женскую революцию.
Беларусь стала очень популярной, скажем так, или она была в средствах массовой информации в прошлом году после выборов и сейчас после захвата гражданского воздушного судна. Что же у нас в Беларуси имеется? У нас имеется очень большая мобилизация гражданского сообщества и политическая среда тоже очень мобилизирована. Не помню, чтобы когда-то такое что-то происходило в Беларуси, потому что то деятельность была очень диверсифицирована. Я только несколько вспомню таких случаев. Демонстрации в 2020 году показали множество различий и разнообразия в Беларуси. Во-первых, это был социальный контракт, который закончился в нашей стране, а элементами социального контракта был отказ белорусов принимать участие в политической организации за свое персональное благополучие. Опять же, у нас патерналистическая страна, и то, что происходило после выборов, показало, что белорусы не придерживаются этого социального контракта, критикуют свою власть. А вторая причина, мне так кажется, вот этой женской революции в Беларуси конкретно, была из-за внешнего фактора COVID-19. То, чего мы не могли избежать, то, на что ответ со стороны белорусских властей был неадекватен, а президент просто говорил, что вируса не существует, что карантина не нужно внедрять, что это просто какие-то, не знаю, неясные болезни, и просто он отбрасывал существование этого вируса, несмотря на то, что даже в тех же больницах большинство персонала были женщины, которые не получали ни средств индивидуальной безопасности, ни каких-то мер защиты. И вся эта ситуация с ковидом показала неадекватную реакцию белорусских министерств и правительства. Так что гражданское общество помогло белорусам, белорусским гражданам справиться с этой ситуацией в эпидемиологическом кризисе. Но это уже была вторая причина, почему люди в Беларуси перестали доверять правительству. Еще одна причина – это то, что белорусские ведомства из-за каких-то видимых или невидимых причин боялись изменений в обществе. Лукашенко постарался вести себя, как всегда, не обращать внимания на какие-то гражданские группы и на женские группы. И здесь мы видим именно появление женского лидерства в Беларуси, что тоже было очень как-то неожиданно и не характерно для нашей страны. Светлана Тихановская с самого начала называла себя техническим кандидатом. Она говорила, что просто вот пришла в политике для того, чтобы высвободить своего мужа, который был задержан в самом начале президентской кампании, был арестован, задержан, и это было основой для будущих свободных выборов. Ну, это было ее мнение, и какие-то заявления про геополитические вопросы в ее кампании, за международные обязательства в разных международных организациях именно Беларуси. И именно она покинула пределы страны и стала очень активной на международной арене, потому что это даже более активная деятельность, чем в Беларуси. В западных странах, я бы сказала, это было более больше, чем какой-то волонтерский подход или ее желание. Вот этот мост между Западом и Востоком, какие-то попытки Тихановской работать на международном уровне. Ну, мы знаем, что она уже признана международными лидерами. Здесь мы видим ее встречу с президентом Макроном. И, в принципе, за время последнего полугода она встретилась с очень многими политическими лидерами мира. Здесь, кроме женского лидерства, мы также видим женские протесты в Беларуси. Опять же, такой ход событий, который был очень
самоточным, я бы сказала, что происходило это без каких-то особых там, не то что усилий, но просто люди вышли на улицы, и я имею в виду, что вот эти фотографии очень хорошо подчеркивают, что происходило. К чему же я веду? Веду к тому, что женщины продемонстрировали беспрецедентный уровень солидарности в ситуации, когда было насилие сразу же в течение 3 дней после выборов. Тысячи женщин вышли на улицы, когда тысячи людей были брошены за решетку, и именно женщины в белом вышли на улицы. Они стали в цепь солидарности с цветами, а позже эти цепи выросли даже в масштаб маршей, вы вот видите опять же на фотографиях, несколько месяцев протесты продолжались, пока давление оказалось слишком тяжелым. И женщины-лидеры в Беларуси говорили про недискриминацию, про оппозицию патриархальной системе. Они демонстрировали, как их тела могут быть использованы для развития области мира. И опять же, они были самым уязвимым звеном в цепи протестов в Беларуси. Вот это героини протестов. С другой же стороны, они стали целью специального репрессивного режима недемократических ведомств. Они запугивались, что от них будут отняты дети, но что их, у них отнимут родительские права, но до сих пор они действуют очень активно. Я расскажу несколько персональных историй для того, чтобы продемонстрировать женскую роль во время трагических событий в Беларуси. Я расскажу 3 профиля не самого высокого уровня, я бы сказала, но мне кажется лично, что они очень хорошо иллюстрируют то, что происходит в Беларуси. Это мои личные друзья, которые утерпели во время режима. Валерия Волкогонова, первый пример, молодая женщина неправительственной организации в Беларуси, которая именно работает по гендерному равноправию, правам человека, гражданскому участию и другим продемократическим ценностям. Она была арестована в октябре, 14 дней провела в тюрьме. Только, я говорю, 14 дней в тюрьме, но это просто страшно, то, что происходит. 2 недели в тюрьме ни за что. Сейчас она учится онлайн в университете Витовта Великого здесь, в Литве, но я знаю из ее личных историй, что она очень терпит, она очень чувствует психологическое давление, какие-то нападки и чувствует себя небезопасно. Вторая история, второй пример, Юлия Слуцкая, она белорусский журналист, является руководителем одной из гражданских организаций, Belarusian Press Club, белорусский пресс-клуб. Она была задержана 22 декабря, прямо перед Рождеством. Возвращалась в Беларусь со своими внуками и дочкой. Была задержана в аэропорту, и до сих пор мы не знаем, какие обвинения ей выдвигаются и причины, почему она задержана. И третий случай, опять же, моя коллега Татьяна Кузина. Она была арестована 28 июня, в понедельник. Мы не знаем, за что, как, почему. Сейчас посыл таков, что она, наверное, будет в тюрьме находиться, не знаю, дни, недели, месяцы, без какого-то объяснения, без каких-то формальных причин. И адвокат, опять же, не может ни нам, коллегам, сказать, ни ее мужу, что там происходит. Это не какие-то высокопрофилированные случаи, но, возможно, Юлия Слуцкая, да, но другие нет. Я хотела сказать, что Беларусь не в состоянии войны, но гражданская война там происходит, особенно со стороны гражданского сообщества. И здесь именно, мне кажется, конвенция, которую мы обсуждаем и отмечаем, должна быть внедрена для того, чтобы обезопасить всех женщин и людей хорошей воли в Беларуси. Большое спасибо, извиняюсь за эмоции. Спасибо вам, Татьяна, за такое личное представление, за то, что вы представили нам лица тех женщин, которые и являются
лицами мира. Перед тем, как я представлю вам участников сессии, первой сессии сегодняшнего дня, я хочу обратиться к тем зрителям, которые следят за нами за своими экранами. Воспользуйтесь сегодняшними возможностями. Сегодня мы услышим реальные истории. Задавайте вопросы, напишите свои контакты, представьтесь, укажите, что вас интересует в конкретной теме. Ведь контакты — это самое главное, говоря про любое мероприятие. И только все вместе мы можем что-то изменить в этом мире. А теперь я хочу представить участников и модератора первой сессии. Модератор — профессор Даля Лейнерт, прекрасная коллега, с которой мы вместе создавали содержание этого проекта. Даля, что я могу о вас сказать, кроме того, что вы вдохновляете всех, задаете точные вопросы? Даля является членом комитета СИДО ООН. Она не только член этого комитета, но и бывший председатель. Даля руководила рабочей группе комитета СИДО, когда разрабатывалась общая рекомендация по борьбе с торговлей женщинами и девочками. А политиков выбрали Далю в топ-100 самых влиятельных политиков в мире в области гендерного равенства. Даля является автором различных публикаций и монографий, таких как «Литовская семья в европейском контексте» или «Семья и государство в советской Литве». Итак, Даля, слово вам. Сделайте введение в первую сессию конференции. Мы с нетерпением ждем вашего выступления. Спасибо, Ругиля, за то, что вы так тепло меня представили. Мне также было очень приятно с вами сотрудничать при подготовке этого форума. Хочу поприветствовать всех участников нашего форума, всех докладчиков. Для меня огромная честь модерировать первую сессию нашего мероприятия. И я хочу начать эту сессию с нескольких цифр. И хочу напомнить нам всем, что в среднем женщины составляют около 10% всех тех, кто сидит за столом переговоров. После долгих дискуссий, после долгих переговоров подписываются мировые соглашения, и уже тогда часть подписей женщин на этих документах составляет менее 3%. Поэтому не случайно первая сессия этого форума именно и несет такое название «Достаточно ли места за столом?». И здесь мы будем говорить о политическом представительстве женщин, о важности женщин в решении конфликта и поддержании мира. Участники нашей сессии – это исключительные женщины, которые долгое время занимаются политикой. Это самые опытные эксперты, дипломаты и политики. И это те женщины, которые реально обуславливают национальную, региональную и международную политику. Итак, первая участница – это уважаемая Раса Юкнявичене. Это член Европейского парламента с 2019 года. Она является членом зампредседателя подкомитета по безопасности и защите и также работает над вопросами по вмешательству в демократические процессы Европейского Союза. Она является координатором группы членов парламента «Память Европы». Она также является сигнатаром акта независимости Литвы, бывший член парламента Литовской Республики, первая женщина-министр обороны в Литве и также президент парламентской ассамблеи НАТО. Уважаемая Раса Юкнявичене,
Теперь слово вам. Большое спасибо. Приятно видеть своих коллег и других людей из Литвы. Я сейчас к вам обращаюсь из своего кабинета в Европейском парламенте. Жаль, что не могу напрямую участвовать. Я в Литву вернусь только завтра. Я рада тому, что вы меня пригласили, что мы можем общаться. Мне довелось напрямую участвовать, именно разрабатывая эту резолюцию, когда я работала министром обороны. Когда я стала министром, мне не казалось, что это какое-то важное достижение именно в том, что женщина стала министром. Просто часть нашего общества, это часть нашего общества. И вот до сих пор я участвую во встречах, в дискуссиях в восточных странах, в странах на востоке от нас, точнее, то тогда я уже вижу, почему это особое такое событие. А я хотела бы дожить до того времени, когда в этом не будет ничего особенного. Это будет само собой разумеющееся. Именно то, что и женщина, и мужчина могут быть на одной или другой должности. Например, мой коллега Йозас Олекас точно такой же медик. И он тоже закончил учебу по медике, по медицине у него было звание, и ни у кого не возникало никаких вопросов по поводу того, что он занял должность министра обороны, а когда женщина занимает такой пост, то вопросы возникают. Но, кстати, ко мне не было вопросов ни со стороны армии, ни со стороны большей части нашего общества. Когда у нас будут дискуссии, будут вопросы, мы тогда, наверное, об этом поговорим. Наверное, мне нельзя занимать много времени, но я хочу что сказать. Слушая доклады, и тогда из той работы самое большое впечатление на меня произвели мои поездки в Афганистан. Вот там впечатления были такие, которые мне на самом деле раскрыли глаза, и я поняла, как хорошо все-таки родиться в Европе. Как хорошо родиться в Литве, хотя многие говорят, что здесь, в Литве, какие-то огромные проблемы. Ну да, проблемы есть везде. И тема нашей дискуссии – достаточно ли места за столом для женщин? Так вот, там у меня такая была история, когда я приехала в Чакчаран, где были дислоцированы наши войска, там по квотам в местный совет выбирались женщины впервые в истории, и им разрешили зайти в зал, где я встречалась с местными органами власти, и им было позволено посидеть на диванчике в дальнем углу этого зала. Просто чтобы они увидели вживую женщину министра обороны. И на самом деле они так не смело потом ко мне подошли и хотели просто до меня дотронуться и убедиться, что это живой, реальный человек. Ну и в этом тоже есть определенный смысл. А сейчас, говоря о решении конфликтов, отмечу, что и здесь, в Европейском парламенте, и в тех комитетах, где я работаю, и на пленарном заседании мне довелось высказаться. Афганистан – это актуальный вопрос, и он меня волнует. После того, как я увидела девочек в белых косынках, в группках, которые шли в школу, а раньше, до 2001-2002 года они этого делать не могли, меня волнует их будущее. Меня волнует, что будет, когда выведут войска из Афганистана, смогут ли они дальше ходить в эти школы, смогут ли женщины получать медицинскую помощь, смогут ли они дальше учиться. С одной стороны, женщины – это огромная надежда в этой стране, потому что по положению женщины можно вообще судить о ситуации в стране, об уровне развития государства, об уровне цивилизации в этой стране. И поэтому женщины – это надежда. Через участие женщины может прийти другой менталитет в эту страну или в другие страны. Но, с другой стороны, это и огромная обеспокоенность. Не прекратится ли
поддержка этим женщинам, как сложится их жизнь. И скажу еще несколько слов по тем вопросам, которые я получила в ходе подготовки к этой дискуссии о том, что происходит рядом с нами. И здесь мы уже слышали высказывания представителя Белоруссии, и также задаются вопросы. И вопросы такие: почему вопросы женщин не поднимаются в ходе теперешней революции в Беларуси? Вроде эти женские вопросы не поднимались и в ходе Майданской революции. А ответ у меня на этот вопрос очень простой. Белорусы поступают очень мудро и очень умно, выдвигая один единственный вопрос в своей борьбе. Это свободные выборы. Через свободные выборы, через демократию придет и все остальное, придет решение всех остальных вопросов, будь то права человека, будь то смертная казнь, права женщин или любые другие вопросы, важные вопросы, которые решались и у нас в свое время. Женщины Беларуси очаровали всю Европу. И здесь, в парламенте, мы приняли не одну важную резолюцию. И мы, литовцы, участвовали в их разработках. И женщины, их активность, Светлана Тихановская, ее коллеги, их участие в этой борьбе произвело огромное впечатление. И все это делалось, не декларируя как бы права женщин на бумаге. Это уже само по себе заявление на то, что женщина – это активный человек, который может мирным путем участвовать в разрешении конфликтов и бороться за свое цивилизованное государство, говоря, по крайней мере, о континенте Европы. Вот и все. Спасибо за ваше внимание. Благодарим вас, Раса, за ваше введение. И это получилось у нас как бы спонтанно. У нас формат подразумевал такие вот вводные слова, а тогда выдвижение основного вопроса, о котором я хотела с вами вместе подумать. Все ли демократические процессы, все конфликтные ситуации с самого начала должны нести в себе вопрос прав женщин и гендерного равенства. Но то, что вы сделали, вы сейчас сформулировали еще более интересный ракурс. И я спрошу сейчас у следующего докладчика, чтобы он тоже отреагировал на это в ходе дискуссии. Тогда мы можем услышать также и участников форума, потому что вопрос на самом деле огромной важности, он очень острый. Права женщин, должны ли они решаться здесь и сейчас, в каждом конфликте, на каждом этапе конфликта, на каждом этапе построения мира, или это надо перенести на более позднее время? Я вижу определенный спектр вакации в этом вопросе, но мне кажется, это очень актуально в свете резолюции 1325. Следующий панелист – это Раса Остроускейте, которая сейчас является представителем, постоянным представителем Европейского Союза при ОССР, ОЭСР, и, возможно, она еще о себе позже расскажет. Она также работала при ОБСЕ, она является автором двух книг и огромного количества академических статей по внешней политике и политике безопасности Европейского Союза. Мне очень приятно, что вы пригласили меня участвовать в этой конференции. Также благодарна и
Мне очень даже большая гордость сразу говорить после Расы Югнявичене, которая является одним из наших маяков, поднимающих вопросы женщин, гендерного равноправия. И очень правильно было замечено, что у нас было много министров обороны, но Роса вот именно как-то запомнилась из-за того, что она была очень хорошим министром обороны и прекрасно справилась со своими обязанностями. В этом случае я хочу сразу, спонтанно, хотела бы сказать про... Да, 110%. Иногда, когда мы говорим про права женщин, и это провокативный вопрос, должны ли мы выносить эти вопросы, поднимать их здесь и сейчас, говоря про какие-то вопросы общего характера, как позиционировать себя по национальному контексту. И да, вопрос выборов настолько важен, особенно вот в белорусском контексте, что вот эти свободные выборы должны произойти, и только в том контексте мы можем двигаться дальше. Но, как вы уже дали очень хорошо заметили, я свое выступление буду читать на английском языке, потому что я готовила свои выступления на английском языке и не хотела бы, чтобы были какие-то непонятия по терминологии. Я на английский сейчас переключаюсь и... Хватает ли места за столом? Достаточно ли этого для того, чтобы можно было работать по нескольким аспектам? Если у нас нет этого места, то как его получить? И должны ли мы быть довольно умны для того, чтобы принести свой раскладываемый стул? Потому что это не должно вводить в замешательство и способствовать дискуссии. Особый совет однажды прозвучал из уст генерального секретаря ООН. Гендерное равенство создает гарантии от конфликтов. И если вы имеете в виду половину населения мира, то не может быть мира без равенства. Или Шарль Мишель сказал в форуме в Париже вчера, это талант, который мы не используем. Всегда ли это так очевидно? И как мы можем работать для того, чтобы продолжать дискуссию? Уже больше 20 лет прошло от времени этого ледокола в форме резолюции 1325. Как же это место за столом получить? Является ли это приоритетом в Европейском Союзе? Является ли, опять же, продвижение женского участия в политике ежедневной жизни главным вопросом и также частью гендерного вопроса? Страны обеспечивают участие в политической и ежедневной жизни. Гендерное присутствие – это не только права человека, но и изменения. Доказательства говорят про то, что равенство означает успех в любом обществе и также участие женщин в политической и общественной жизни, которая является одной из вех демократического существования и функционирования общества. Правильное управление и уважение к правам являются основными вехами демократии, которые обеспечивают экономическое развитие и конкурентоспособность. Это также и решение конфликтов, и миротворческие процессы, потому что все более легитимно, все более устойчиво. Это также означает, что это связано с всеобъемлющим понятием безопасности. И в то же самое время еще многое нужно сделать, обеспечивая одинаковое участие женщин в демократических процессах в области ОБСЕ и также политическое участие в национальных парламентах. Этот процесс неравен и медленен. Поэтому участие женщин в политической жизни означает то, что в разных странах были приняты разные стратегии. В одних это были квоты, в других это чередование между мужскими и женскими кандидатами на выборах, в списках на выборы. Есть много разных рычагов, которые могут улучшить участие и увеличить участие женщин в общественной жизни. Нужно учиться от лучшей практики. ОБСЕ
обращается к странам за более уравновешенным составом женщин и мужчин в общественной жизни, особенно во время принятия решений. Страны ОБСЕ играют важную роль в обеспечении высокого калибра женщин-участниц в разных аспектах. Но мы видим, что еще более нужно сделать, особенно в полевых миссиях, где количество женщин достигает 24% на сегодняшний день. Для того, чтобы продвигать участие женщин в политической и общественной жизни, нужна всеобъемлющая инклюзивная политика. Также и всеобъемлющие системы здравоохранения, особенно во время воспитания детей. Также борьба с гендерными стереотипами. Женщинам должна быть обеспечена место в доминированной мужчинами общественной среде. Это означает, что неправильное поведение нужно искоренять. Также нужно в этот процесс вовлекать мужчин и мальчиков для обеспечения участия женщин в политической и общественной жизни. Сейчас я хотел бы перейти к роли политической партии, которая является очень важна в гендерном равенстве, особенно в вовлечении женщин в политику и их участие здесь. Доступ женщин к выборам и позициям лидеров означает то, что политические партии должны определить преграды, роли и внутренние структуры, а также программы для элиминирования этих преград. Женщины должны вовлекаться в политические процессы. Политические партии должны способствовать вовлечению женщин. Это говорится и про ведомство, и про институциональный доступ. Конкретные идеи, которые у нас разработаны в гендерном плане действий, должны объединить женщин-членов партии с парламентарными группами, с парламентарами, но также и обеспечить механизмы для формирования политики. Межведомственное, межсекторальное сотрудничество, включая гражданское сообщество, также очень важно для продвижения гендерного равенства. А роль гражданского общества в вовлечении женщин тоже очень важна. В этом контексте мы говорим про более регулированное вовлечение и также политическое участие в общественных институциях, где должно больше происходить в области паритета и гендерного равенства. Особенно, когда мы говорим про управленческие позиции и специфические категории общественной администрации, как то судебные институции ведомства, вооруженные силы. И особое внимание должно быть уделено девочкам, которые находятся в уязвимых или в уязвимых группах, допустим, меньшинства рома, люди с инвалидностями, беженцы, женщины, которые чувствуют экономическое неравенство. И иногда, даже очень часто, это множественные формы дискриминации. Пандемия COVID-19 показала эти уязвимые места и то, что в некоторых случаях их количество непропорционально велико. Мы должны думать про межведомственный подход, межведомственную деятельность, особенно если это насилие против женщин и девочек, женщины в зонах конфликта. Межведомственный подход как аналитический инструмент и идея целостного общества означает то, что женщины должны
Женщины не должны чувствовать этого неравенства множественными образами, включая, но не ограничиваясь к полу, религиозным соображениям, расам. Все интегральной частью нашего общества и жизни стала наша жизнь в интернете. Это очень влияет на жизнь женщин и также женщин журналистов, женщин, которые выполняют другие публичные работы, профессии. И преследование в интернете также должно быть частью любой стратегии, направленной на борьбу против насилия в отношении женщин. А теперь позвольте мне обратиться к теме Европейского Союза. Здесь у нас отмечается определенный прогресс, и часть женщин в парламентах европейских стран увеличилась до 32%. В 2020 году 21% женщин возглавляла основные политические партии, 31% составляла министров правительств. Однако распределение женщин в разных правительствах неравнозначно в разных странах Европейского Союза. Обычно женщины назначаются на такие должности, которые представляют собой как бы меньший политический приоритет, например, социальные вопросы. Данные за 2019 год говорят о том, что женщины составляли 32% местной власти. И работа на местном уровне также очень важна. И перед тем, как мы ответим на вопрос, достаточно ли места за столом, надо будет провести еще большой объем работы. На этом позвольте мне закончить. Большое спасибо, уважаемая Раса. А теперь, без промедления, я предоставлю слово. Приглашу вас высказать замечания и обращаюсь к своей коллеге, члену парламента Литовской Республики Довиля Шакалене. Она много лет занимается защитой прав человека. Она бывший руководитель Института наблюдателей по правам человека. И сейчас уже она вторую каденцию работает в Комитете по безопасности и также в Комиссии по этике и процедурам. Она работает в группе, которая занимается репродукционным здоровьем, правами женщин. Также она является учредителем и копредседателем Альянса по Китаю, и она инициировала резолюцию парламента по геноциду уйгуров и также работала над резолюцией по политическому бойкоту Пекинских Олимпийских игр. Китай был внесен в список санкций, и Давиля представляет собой она политически поддерживает женщин Беларуси в разных инициативах, включая Пики-4. Я приглашаю сейчас Давиля, пожалуйста. Пока еще воздержитесь от ответа на основной вопрос нашей дискуссии. Спасибо, уважаемая Даля, уважаемые коллеги, очень приятно вас видеть. К сожалению, мы не можем быть напрямую со всеми участниками форума. Надеюсь, как-то мы победим эту пандемию раньше или позже. И меня очень обрадовала эта тема. Достаточно ли места за столом? Я хотела бы, может быть, еще больше заострить этот вопрос. Иногда места за столом вроде и достаточно,
Но вот как говорила Даля, когда надо ставить подпись, когда надо принять решение, то нам говорят: не могли бы вы, пожалуйста, посидеть тихонько, выключив свой микрофон? То есть мы хотим, чтобы нас не только приняли за стол, но чтобы мы были равноправными на всех уровнях. Что же я хотела акцентировать в своих вводных замечаниях? И принимая во внимание то, что уважаемая Руса Юкнявичене, Роса Остроускайте предоставили много данных, и уважаемая Даля также в начале нашей дискуссии ссылалась на определенные факты, я решила, что тогда выбрать вариант своей личной истории. С Далей и с другими коллегами мы много разговаривали. И похоже, что мы не всегда достаточно оцениваем то, что нам самим тоже нужна определенная терапия, которая позволила бы нам сказать о том, что мы уже сделали, что мы превзошли, и чтобы мы могли сами поверить в то, что такие истории, они могут стать источником вдохновения. Когда ты не идеальна, когда ты допустила много ошибок, когда ты падала и опять поднималась. И я хочу сейчас процитировать вопрос из одной книги. «Что бы ты делал, если бы ты не боялся?» И мне кажется, надо просто перестать задавать вопросы. Достойна ли я быть там, где я нахожусь? Не являюсь ли я глупее или не такой профессиональной, как все остальные за этим столом? Когда я участвовала на конференции вместе с премьером Канады Джастину Трудо, он сказал еще одну фразу, которая у меня зафиксировалась. Он сказал: когда я говорю с мужчинами об определенных должностях в правительстве или других важных постах, они спрашивают: где ты так долго был? Я готов. А когда я спрашиваю женщин, они говорят: а ты уверен, смогу ли я занять эту должность? То есть это и есть основное препятствие, не только превзойти патриархальный уклад нашего общества, но и перебороть свои собственные внутренние барьеры. Сейчас я горда тем, что я работаю в Сейме, в парламенте, в Комитете по безопасности. И когда ушла Роса Юкнявичене, я вступила в этот комитет. И теперь я являюсь единственным членом женщиной в этом комитете. Это не так странно, как может показаться на первый взгляд. Меня спрашивают: почему ты, женщина, хочешь быть в этом комитете? И ты вообще эксперт в области прав человека. Как это связано с национальной безопасностью? И я говорю: одно без другого не может быть. Если мы не сохраним свое западное демократическое государство, то как мы сможем обеспечить права и свободы человека? С другой стороны, обеспечение прав и свобод человека, вопросы... Это является основанием, без которого у нас не может быть защиты, которая как раз-таки и показывает, чем мы отличаемся от тех диктатур. И я рада, что, работая в парламенте, например, в комиссии по предотвращению насилия и самоубийств, я рада, что эта комиссия родилась. Я была тогда вице-спикером парламента и с одной политической группой, с которой мы писали программу, и я ей подошла для того, чтобы собрать голоса электората, но сразу после выбора у меня спросили: а зачем тебе посты, зачем тебе должности? Женщина должна тихо выполнять свою работу и ничего никому не демонстрировать. Это слово «демонстрировать» в Литве сейчас, ну, как бы очень хорошо иллюстрирует то, что происходит на самом деле, когда демократическое общество еще не развелась, когда мы сортируем людей по определенным признакам. И меня тоже сортировали по полу, потому что я женщина, по инвалидности, у меня есть инвалидность. И меня не раз спрашивали: зачем тебе иди в политику? У тебя есть онкологическое заболевание, у тебя серьезные проблемы со здоровьем. Будь дома, заботься о своей семье. Если ты женщина, зачем тебе использовать свой ум? Зачем тебе думать о самореализации? Зачем тебе думать о том, что ты можешь быть полезна в зале, где принимаются решения, которые обуславливают жизнь нашего государства? Также я нахожусь в аутистическом спектре, и мне было очень сложно начать об этом говорить. Есть такая организация «Летос ВК», «Дети дождя», и они сделали огромную работу, которая помогла мне
осмелиться и говорить об этом. И что я слышу? Вот какие ненормальные люди попадают в наш парламент. С другой стороны, я слышу мам, которые говорят о том, что да, мы хотим, чтобы наши дети верили, что они могут достичь всего вне зависимости от предрассудков, но в зависимости от своих способностей, желаний, мотивации и знаний. И то, чем я горжусь на самом деле, это те санкции в отношении Кении. О, Китая, простите. Я благодарю Мантаса Адаменаса, который пригласил меня учредить парламентский альянс по Китаю. И за эти полтора года мы видели огромные изменения, которые до этого застряли просто на 100 лет. И в литовском парламенте удалось принять резолюцию по геноциду уйгура. И сейчас рассматривается резолюция по политическому бойкоту пекинских игр. И это та огромная работа, которая как раз-таки демонстрирует, что когда мы работаем сообща, не сортируя мужчин, женщин и так далее, и мы основываемся только на компетенции, только на мотивации, и когда мы ценим только интеллектуальный вклад каждого из нас, то результат бывает прекрасный. С другой стороны, есть определенные области, где я вижу определенное наказание за то, что ты женщина. Как Даля уже упоминала, я являюсь как бы политической крестной матерью Колесниковой. И вместе с Цыпкало и с Тихановской, они, эти три женщины, стали символом того, что Беларусь готова освободиться от диктатуры. И как с ними расправились? Тюрьма, арест, преследование. Вот и теперь Светлана в Литве, все еще ее постоянно охраняют, потому что она подвергается опасности, и обеспечить ее безопасность очень сложно. И это все только из-за того, что она не послушала диктатуры, и ее дети использовались как ее запугивание. И я в Беларуси с белорусскими женщинами много общалась. Например, Ольга Величко, директор хосписа в Гродно. Сейчас она в Литве и отсюда руководит этим хосписом. И мы пытаемся предотвратить закрытие этого хосписа. И нам это удалось, потому что его хотели закрыть на Пасху. Все еще этот хоспис не закрыт. Да, угрозы все еще поступают, но учреждение так или иначе работает. И что я вижу? Это был огромный ужас для Ольги выбрать остаться там и там на месте пытаться бороться. Ее также закрывали, брали под арест, или уехать и обезопасить своих детей. Очень часто дети становятся заложниками в разных смыслах, в политическом смысле, в смысле политических угроз. И наш контролер по равным правам также говорит о том, что самая большая ноша по домашнему хозяйству, по воспитанию детей ложится на плечи женщин. И зачастую можно нас представить как, вот знаете, есть беговая дорожка, какие-то цели жизненные, карьера, и мужчина просто бежит по этой дорожке. А на дорожке женщины миллион барьеров. Гладильная доска, ребенок на руках, детские кружки и все остальное. Да, с одной стороны, это прекрасно. Материнство – это очень хорошо. Но материнство и отцовство, забота о детях – это часть жизни всех нас, всех родителей детей. Если у меня еще есть минутка, то я хочу упомянуть одну вещь. Я очень рада тому, что на международном уровне очень ясно пришло понятие о том, что надо бороться за то, чтобы женщины были видны и слышны, и без проактивных усилий мы этого не достигнем. Мне понравилось то, что социал-демократы была первая партия, которая очень ясно сделала рейтинг перед выборами, и там соотношение мужчин и женщин было 40-60%. И недавно мы рассматривали изменения к нашему статуту и уставу, и предложение было, чтобы эти квоты были 50-50. Мы пока еще этого решения не сделали, но мы к нему уже приближаемся. С 2018 года я работаю на форуме членов Европейского парламента по репродуктивному здоровью. Это прекрасный пример гендерного равенства. И там мы очень часто говорим о том, что даже в тех странах,
не только в Литве, но и в других странах постсоветского пространства, невзирая на то, что еще есть давление, такие дурацкие вопросы, зачем тебе работа там или сям, почему тебе не хватает только мужа и детей, но невзирая на все это, пришло ясное понимание того, что мы должны двигаться именно в направлении равенства. И мне кажется, это самое важное. Мы уже перешли этот порог, и такое понимание пришло, и не надо тебе стыдиться того, что ты, будучи женщиной, хочешь участвовать в процессе принятия решений, что, будучи женщиной, ты хочешь предложить свой ум и свои экспертные знания в то, чтобы изменить мир. И я уже говорила о том, что я буду говорить лично от себя. Этой весной я стала зампредседателя партии социал-демократов, которые за 120 лет своего существования первый раз выбрали женщину-председателя. И мне кажется, это очень хороший знак. Литве, демократической стране, нужны и левые, и правые. Нам надо усилить левую политическую силу в стране. И то, что председатель стала женщина, и я, заместитель, тоже женщина, и я отвечаю за международные связи, права человека и безопасность, мне кажется, это сигнал того, что мы двигаемся в правильном направлении. Да, мы заплатили огромную цену за то, что я проявила инициативу по новому закону, направленному на защиту детей. Я все еще страдаю за эту инициативу. 8-9 месяцев на радиостанции Пука меня обвиняли в различных конспирационных теориях, в том, что я хочу уничтожить семью в Литве. И я поднимала эти вопросы в ходе пандемии. Я спрашивала, как уменьшить насилие против женщины, потому что изоляция еще больше усилила насилие, домашнее насилие. У нас в 2 раза увеличилось количество убийств. Так я вижу, Даля мне уже показывает, что время подходит к концу. Я считаю, что бороться стоит. Lean in. Наклоняемся вперед, крепко хватаемся и двигаемся. Большое спасибо, Довиле. Ваши мысли мы продолжим в ходе дискуссии. А сейчас мне очень приятно представить нашу гостью из Украины, госпожа Катерина Левченко, комиссар украинского правительства по вопросам гендерного равенства. Пожалуйста, слово вам. Thank you, Dalia. Спасибо, Даля. Во-первых, я хотела бы поблагодарить за приглашение участвовать в этой очень важной сессии, в этом мероприятии. Я твердо верю в то, что гендерное равенство является пререквизитом европейской интеграции для моей страны, Украины. В своей презентации я бы хотела дать обзор правительственной политики в области женщин, мира и безопасности, и также не могу не согласиться с правом, с представлением нашей коллеги из Беларуси. Очень важно солидаризироваться с Беларусью с самого начала их борьбы за прозрачное и демократическое правительство. С нашей стороны мы хотели бы получить понятие и отразить ситуацию в Украине. Татьяна, ни Украина, ни Грузия, ни Молдова не имеют каких-то территориальных конфликтов. У нас просто, да, территория, которая принадлежит Российской Федерации, а в резолюции ООН по Крыму в 2014 году для меня правильное название является частью солидарности, прогресса и демократии. И продолжая свою презентацию, я бы хотела сказать, что в 2016 году во время агрессии со стороны Российской Федерации против Украины, оккупация территории Крыма и части Донецкой и Луганской областей Российской Федерации
Украина приняла национальный план действий по внедрению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 до 2020 года. С того времени Украина увеличивала присутствие и участие женщин во время миротворческого процесса и также обеспечивала... Извините, звук очень плохой. Было также сделано возможность женщинам принимать участие в вооруженных силах Украины и бороться с российской агрессией. В настоящее время 57 тысяч женщин несут службу в украинских вооруженных силах. С 2019 года женщины получили также возможность быть в военном резерве. Я бы могла еще много говорить про женщин и в национальной политике, но из-за ограничения времени я не буду этого делать, я пропущу эту часть своей презентации. В 2020 году правительство приняло второй план действий по внедрению резолюции 1325, и именно из-за очень сильной политической воли продвигать женщин в области мира и безопасности. Женщины, мира и безопасность. Равенство участия мужчин и женщин в процессе принятия решений также ответ на насилие является тоже частью нашего правительственного плана. Национальный план – это важный документ, который формирует политику гендерного равенства во всех секторах нашего правительства. И именно поэтому с 2017 года заместитель премьер-министра по европейской евроатлантической интеграции был координатором этого национального плана гендерного равенства. Я уже говорила, что участие женщин в процессе принятия лечений на всех уровнях является очень важной целью адаптации правительственного документа. Сформулировали вопрос на эту сессию, достаточно ли места за столом, для меня имеет очень глубокую важность, очень глубокое значение. Потому что женщины в патриархальном обществе, как это было в СССР или существует сейчас в автократических государствах, все еще продолжается. В то же самое время вот это место за столом является очень важным условием для услышания голоса женщин. Местные выборы в 2020 году были первыми выборами, когда 40% квота было введено для женщин по Украине, и во время этих выборов у нас было внеочередное количество женщин-кандидатов. Это помогло привлечь больше женщин в процесс принятия решений на уровне местных советов, которые до сих пор чувствовали нехватку женщин, и также репрезентация женщин на местном уровне сейчас достигает 32%. Для сравнения, только 20% женщин пока являются членами Верховного Совета Украины, Верховной Рады Украины. Но нужно еще улучшать и нормативно-правовую базу, а причиной тому является тому, что, во-первых, это меньше денег в бюджетах предназначается, а партии не поддерживают женщин на местном уровне. Опять же, мы говорим про элиминацию всех форм дискриминации против женщин, про какие-то временные решения, и также введение квот важно не только в политической области, но и в экономической области.
Также их введение в наблюдательные советы государственных предприятий, включая национальный план по внедрению резолюции 1325. Неправительственные организации, вне сомнений, играют очень важную роль в формировании и внедрении этой политики. И как комиссар я именно пользуюсь возможностью и функцией усиления сотрудничества с организациями гражданского сообщества. Во-первых, по платформе, которую мы называем «Равные возможности женщин», которой уже участвует 50 организаций, женских неправительственных организаций. Мы внедряем проект «Голос женщины и лидерство». А это означает, что для услышания голоса женщин нужно иметь сильное феминистическое движение, которое тоже имеет свою стратегию. Во-первых, это наращивание потенциала организации, внедрение визии и усиление женской сети, а также коалиции. Очень важно создавать межведомственные группы, которые работают по стратегическому документу гендерного равенства. Этой весной мы начали разработку стратегии по гендерному равенству, документ, который обеспечит эффективную интеграцию гендерных аспектов во всех областях жизни нашего сообщества. Местные группы, представители правительства, неправительственных организаций создали этот форум, и мы уже провели 5 стратегических сессий для проектирования этого документа. Консультации будут продолжаться на местном и национальном уровне с этими организациями. Тот же подход, который мы использовали во время проектирования, подготовки второго национального плана. И в конце своей презентации я хотела бы подчеркнуть, что в контексте военной агрессии Российской Федерации Украина не откладывает повестки дня по гендерному равенству, а женские голоса важны в развитии и внедрении политики гендерного равенства и возможностей для мужчин и женщин. Спасибо. Уважаемая Катерина, большое спасибо. Спасибо вам за ваш голос, который мы услышали, который очень важен, который принесен напрямую из зоны конфликта. Он очень важен для нас. Ваш личный опыт, ваше личное мнение, которое мы услышали, то, что вы видите, работая в области гендерного равенства. И сейчас у нас осталось еще примерно 15 минут до 13 часов по литовскому времени на дискуссии. Я хотела вернуться к тому же вопросу, который уже прозвучал и который, по-моему, мы уже и ответили на этот вопрос, особенно Раса Юкнявичене это хорошо сделала. И продолжаю свою мысль про то, что сегодня, как мы уже и слышали от наших основных докладчиков, что сегодня, конечно, никто даже не сомневается в том, что существует очень много примеров женского вклада в развитие демократии и в странах Восточного партнерства, и на Ближнем Востоке. Вот только массовые протесты женщин во время Рамадана в 2014 году и также оппозиция авторитарному белорусскому режиму. Татьяна говорит, что сейчас там происходит гражданская война. Я даже согласна с этим мнением. А борьба за демократию у нас не может быть разделена от прав за демократию, а это все связано с правами человека. Но вопрос: являются ли женщины активными участниками сопротивления и также обеспечивают ли они права гендерного равноправия в демократических процессах и особенно в решении конфликтов в странах Восточного партнерства? То есть требования к правам женщин во всех процессах создания демократии здесь и сейчас напрямую решает о будущем обществе во время
и в областях конфликта. Поэтому, когда мы говорим про требования гендерного равенства, это неотъемлемо от принципа западной демократии. Потому что, мне кажется, если мы не будем инкорпорировать вопроса гендерного равенства с самого начала, с самых азов, как уже уважаемая Раса вспоминала, это очень вот, видно в белорусском контексте, это будущее никогда и не настанет. А поскольку время нас поджимает, я незамедлительно хочу задать вопросы, которые были нам заданы во время сессии в чате нашими участниками, слушателями. Вот такой вопрос. Когда литовские женщины... Хорошо, у нас конфликт был в 1990 году, и у нас тут вопрос гендерного равенства и женщин вообще не возникал в то время. Мы можем считать, что спустя несколько десятилетий у нас все в порядке, но не так оно. Когда литовские женщины будут иметь равные права в вооруженных силах? Почему только мужчины призываются, а женщины могут делать это по волонтерскому принципу? Второй вопрос. Женщины и политическая повестка не слишком хорошо включает женщин. Возможно, вы могли бы это сдвинуть с мертвой точки. И я говорю не только про политиков, но и про все общество, которое противится любым квотам. Не только в политической жизни, но вообще любым квотам, которые у нас могут иногда вводиться и которые являются не постоянной политикой, потому что эти квоты вводятся только для того, чтобы можно было восстановить баланс полов, гендерный баланс. Но в Литве у нас просто аллергия какая-то на эти квоты, особенно в текущее время, вот эти вопросы женского лидерства. Я, наверное, не убедила Расы Юкнявичене, но я бы хотела сейчас от всех вас услышать какие-то комментарии вот про эти квоты, мнение про то, придет ли это время вообще, наступит ли оно. Так, Раса, тогда по очереди мы от вас и начнем. Юкнявичене первое, потому что у нас две расы. Хорошо. Спасибо. Я попробую тоже, наверное, сделать такой короткий обзор. Я все-таки придерживаюсь мнения, твердого мнения, что было бы очень большой ошибкой сейчас белорусам расчлениться на очень много разных требований, потому что они делают, чего они требуют. И к чему они стремятся? Потому что в Литве, допустим, в этих пузырях Фейсбука мы видим в самом начале, а вы спросите у Светланы Тихановской, поддерживает или противится ли на Островецкой атомной электростанции, а за что она там стоит около европейского флага. В общем, все тут могут задавать такие вопросы или даже более острые вопросы. За что или почему? Давайте вспомним нас самих, когда мы в 90-м году, как еще Союдис, это народное движение, которое появилось из советского прошлого, я бы не сказала, что ситуация сейчас во многом разнится. Или Украина до Майдана тоже. Там же еще очень большой вот этот советский заморос. И общество меняется очень медленно. Может быть, у нас это было быстро, но то, из-за чего мы сейчас спорим 30 лет тому назад для нас, наверное, кто-то бы сказал, у вас с мозгами плохо, но это самые главные вопросы, потому что нужно освободиться от этого страшного советизма, из этих кремлевских цепей. Нужно выйти в свободный мир, и в этом свободном мире уже эти вопросы называть и задавать. Так что те женщины, которые сейчас в Беларуси участвуют, они своим участием уже начинают называть вот эти вопросы в решении конфликта и участие женщин в этом процессе. Это очень важные процессы для стран. И вот это квази, в кавычках, участие женщин, которое нам удалось заменить на настоящее гендерное равенство, мы, наверное, не должны тут белорусам говорить, нужно квоты вводить, не нужно квот вводить, или должны ли там женщины служить в вооруженных силах, хотя про это я тоже скажу несколько предложений, как мне кажется, про Литву. Но в любом случае, вот про квоты, наверное, никто не будет спорить,
правая эта партия или левая, возможно, какие-то там, какие-то экстремально правые или экстремально левые не согласятся. Но у нас тоже они собираются в какие-то, не знаю, движения, которые... Вот эти идеалы семьи сейчас у нас подключают под антиевропейские какие-то каноны и даже антиевропейские группировки или политические линии в Литве. Так что я про них не буду сейчас высказываться, но это не означает, что это не вопрос правых, не левых участия женщин в политике. Это само собой разумеется. И наша Европейская народная партия уже не раз высказывала свое мнение, мнение нашего лидера Манфреда Вебера. Но когда мы говорим про квоты, мы можем иметь разные мнения. Я не имею ничего против квот в Афганистане, понимая то, что женщины там выбраны в местные советы и вообще в парламент только потому, что были квоты установлены, потому что там такой менталитет. Но у нас, в нашей политической обстановке, среди наших политических партий, я могу сказать, почему никто не говорит про квоты. Потому что у нас во время последних нескольких выборов в первой десятке мест всегда по одинаково мужчин и женщин в партийных списках. Никто мне не задавал вопроса, что я женщина-министр обороны. Никто не говорит, почему Шимоните женщина-премьер-министр. Или Дегутене была спикером парламента, или вот Шимоните, когда была министром финансов. Это вопрос компетенции, и это подводит вас к одной или другой позиции. Я согласна с теми, которые говорят, что нужно заметить, что вот не всегда видят политические лидеры женщин, не все приглашают женщин. Опять же, из моего личного опыта, если Андрис Кубилюс тогда не был бы министром, премьер-министром, и он бы не надавил на меня, чтобы я пошла работать министром обороны, я бы никогда не поставила свою фамилию в этот список, потому что мы не доверяем сами себе, мы как-то не верим в свои собственные силы, а мужчины, не знаю, я как врач могу сказать, что может быть литовцы имеют такие какие-то возможности прорваться, но а про вооруженные силы, да, шведы созрели, датчане созрели, но они не были под железным занавесом так долгое время, такой долгий период. И тут не может быть решение сверху. Так что вот если часть женщин уже созрели к такому решению, что нужно изменять наши законы, и чтобы они стали призывницами вооруженные силы, я думаю, что большинство женщин уже тоже созрело, потому что Норвегии, Швеции это было движение снизу вверх. Сами женщины требовали этого решения, и тогда политики уже тоже созрели, и вот этот общий контекст поменялся в нормативно-правовой базе. И последнее обобщение, что страны Восточного партнерства, западные страны, вот, которые про это говорят, после бетонной Берлинской стены все еще у нас вот эта Берлинская стена разрушается внутри нас. Не знаю, вот эта Берлинская стена... женские ли это права, права ли это людей, но у нас пока еще внутри не разрушилась до конца эта Берлинская стена. Поэтому вот решение в Белоруссии, в Грузии, в Молдове, вот в Молдове сейчас женщина-президент прекрасная. Я думаю, что сейчас уже никто не противится. Вот молдаване выбрали женщину-президента или, допустим, в Украине, в других странах я вижу этот вот изменение менталитета. Это Берлин стена рушится, она будет рушиться, и не нужно думать, что мы тут какую-то катастрофу сейчас обсуждаем или то, что происходит во время маршей. Но мы созреваем, мы стараемся быть более решенными, последовательно, шаг за шагом. Жаль, что для моего поколения уже нужно будет уйти, скажем так, с этой Берлинской стеной, но если не будет катаклизмов и катастроф, я думаю, что поколение наших детей или внуков уже будут другими. Большое спасибо. Это разновидность наших мнений, понятий.
наверное, самое главное среди тех женщин, которые реально принимают решения, как я уже говорю, решают на уровне национальном, местном, международном. И вот этот вопрос вооруженных сил, правда, очень важен, чтобы мы могли как-то поговорить не только про вооруженные силы, но и общую внешнюю политику. Ведь это не только права женщин и равенство, гендерное равенство в Литве. Мы видим в нашей внешней политике, если мы хотим делать какое-то влияние на страны восточного партнерства, мы должны знать, что мы должны там подчеркнуть, когда мы ведем переговоры даже с женщинами, с теми же женщинами. Буквально по минутке для каждой из нас на обобщение. Что бы вы хотели подчеркнуть после нашей дискуссии, возможно, какие-то аспекты по правам, по гендерному равенству? Вторая роса, пожалуйста. Большое спасибо. Далее еще раз не могу не согласиться с тем, что сказала роса Юкнявичене в своих ответах. Думаю, что, говоря про Беларусь, сейчас самый главный вопрос заключается в свободных выборах. Потому что женщины, которые в настоящее время очень заметны в белорусском контексте, они показывают на своем конкретном примере, что Беларусь изменяется, что существуют лидерки, которые могут своим примером показать вот эти изменения, которые не только в некоторых там группах происходят, но и в стране и в обществе в целом. Мне очень приятно, что если бы мы посмотрели на другие страны восточного партнерства, мы бы заметили очень много хороших, прекрасных примеров и вот в Молдове, и в Грузии, Саакашвили, и в Украине, вот, в парламенте очень много активисток, которые очень четко говорят про изменения, которые нужны конкретно в тех странах, в тех обществах, чтобы они приблизились к европейскому обществу и чтобы там утвердились права женщин в их еще юных демократических системах. По всем другим вопросам, да, мне очень понравилось выступление Довили. Очень приятно заметить, как в литовской политике утверждаются вот эти женщины на олимпе политики, что еще раз доказывает, что эта берлинская стена уже рушится, крошится, если можно так сказать, и уже женщина является вот этим очевидным доказательством. И много вопросов превращаются уже в такие как бы и мысли, такие контемпляции насчет разных вопросов. Конечно, бывают тут и разные такие мелочи, но это как-то не влияет на наш общий контекст. И Даля, большое спасибо за приглашение на этот форум. Мне было очень приятно быть среди вас в группе этих мощных, я бы сказала, женщин и смотреть, наблюдать за изменениями за последние 30 лет. Спасибо, Довиля. Следующее. Да, понимая и политический, и контекст безопасности, чтобы был один четкий посыл коммуникации для Беларуси, и вот эти свободные выборы являются целью. Да, я понимаю, что и Даля, вот вы сказала то, что большой риск оказаться в ловушке. Что если не научимся на ошибках наших соседей или друзей, ну, не стоит ждать десятилетиями, чтобы вопросы женщин стали приоритетом в политической повестке. И именно поэтому я очень ценю огромный опыт коллеги Расы Юкнявичене, потому что она, будучи министром, накопила столько знаний, которых нам сейчас не хватает. Ну а со стороны экспертизы прав человека мы бы очень хотели, чтобы и в этих внутренних всех наших процессах и иногда какой-то борьбе этот посыл бы тоже очень четко транслировался, чтобы женщины
женщины и мужчины делали изменения в этом процессе и не повторяли ошибок, которые уже замечаются во многих постсоветских странах, что во время кризиса женщины приходят в политику, в этот международный контекст, и даже вот после Второй мировой войны женщины приходят, и вот они расчищают эти ставни гея. Потому что ситуация вот такая, что девочки, спасибо, пошли обратно к горшкам. Но так не должно быть. Светлана очень четко сказала, что ее целью является этим таким промежуточным человеком, такой промежуточной ступенью. Но она как лидер так выросла, она так окрепла в наших глазах, что она не боится иметь свое собственное мнение, его выражать. Я думаю, что в случае Беларуси, Украины, вот коллегиня Катерина подтвердила, что нужен этот отважный голос даже тогда, когда этот вопрос задавать неудобно. Что женщины должны остаться за столом принятия решений всегда. До тогда, когда эти вопросы не будут решены. Так что раса и раса, вот эта берлинская стена должна быть разрушена как можно быстрее. Знаю, что это очень трудно. Знаю, какова эта цена, но иногда стоит. Поверьте мне, быть вот с этим одним или другим синяком, но чтобы твой голос был услышан. И когда вы из Европейского парламента пишете свои посты в Facebook, говоря вот то, что вы как бы правая партия, и вот я как с литовской стороны говорю не про то, что это правая или левая сторона, это вопрос о обороне демократии. Большое спасибо, Даля, за то, что вы всегда близко. Неважно, это вопросы медиации, проституции или домашнего насилия, вы являетесь тем голосом, тем мнением с самого первого нашего пленарного заседания, когда даже вам не разрешили высказаться в 2018 году, это была трагедия. Но это было и переломное время, и я очень большую благодарность хотела сказать Ассоциации женских организаций в Литве. Большое спасибо, женщины, за то, что вы не сдаетесь. Спасибо, Довиле, и наше сотрудничество будет продолжаться и в будущем, и дальше. А сейчас, уважаемая Екатерина, буквально минутка для вас, пожалуйста. Спасибо, Даля. Большое спасибо еще раз за то, что вы меня пригласили взять участие в этом важном форуме, в этой дискуссии. Да, женщины, правда, играют очень важную роль в области безопасности, обороны в этих повестках. И наш украинский спикер Адріана Рехта, которая представляет также движение украинских ветеранов, вам больше расскажет про участие женщин, которые являются ветеранами русско-украинской войны. Наталья Карбовская. Мы также поделимся конкретными случаями внедрения национального плана действий по резолюции 1325 на национальном и местном уровне. И я убеждена в том, что создание местных групп по внедрению этой резолюции, плана действий, может быть очень важным инструментом, который поможет делиться нашими знаниями и объединить наши усилия с целью обеспечения устойчивого развития во всем регионе, и также поможет нам пользоваться и получать реальную информацию по каждой конкретной стране в нашем регионе. Я знаю, что эти тенденции наблюдаются, и мы, как женщины, активисты в области прав человека, а также представляя, не знаю, правительственные, неправительственные организации, можем поддержать идею творческого плана действий на региональном уровне. Большое спасибо.
Дякую, Герба. Спасибо, Катерина. Наше время подошло к концу. Возможно, мы не ответили на основной вопрос, но у нас возникло немало разных мыслей. И я благодарю всех докладчиц. Спасибо за то, что вы ответили на наше приглашение. И я думаю, что в ходе этого диалога, обмена мнениями, мы будем встречаться и дальше, и будем конструктивно сотрудничать. Я думаю, что мы отметим определенное направление для всего нашего общества. Спасибо всем вам, нашим докладчицам, и всем слушателям нашей первой дискуссии. Даля, большое спасибо. Благодарю всех лидеров женщин. Мы аплодируем вам из зала Вильнюса. И вот такие онлайн-мероприятия не отнимают от нас желание выпить кофе и немножко отдохнуть. Объявляю перерыв на 15 минут, на 10 минут. И через 10 минут нас пригласит журналист Угня Сипарене, и мы услышим реальные истории мужчин и женщин, которые работают в зонах конфликта. Я надеюсь, что вы к нам опять подключились. Я надеюсь, что вы успели передохнуть. Напоминаю всем слушателям и зрителям, у вас есть прекрасная возможность задавать вопросы нашим участникам. И мы попросим на них ответить после выступлений. Теперь предоставляю слово модератору второй сессии Угня Сипарене. Еще одна женщина-лидер, она уже 20 лет является активной участницей центра, женского центра информации, продюсер ТВ-программ, эксперт по отношениям с общественностью, журналист. Угня, пожалуйста, слово вам. Ругиля, сегодня ты у меня, для меня модель, пример, и спасибо за прекрасное мероприятие тебе и всей команде. И я буду модерировать, да, вторую сессию этого мероприятия, и мы будем говорить о военных конфликтах и женщинах в военных конфликтах. На самом деле тема очень сложная и болезненная. Представьте себе, 2 миллиарда людей сегодня, в 21 веке, 1 июля 2022 года, пытаются выжить. Плюс еще пандемия в разы усложняет всю ситуацию. Размышляя о войне, о военных конфликтах, можно отметить, что если еще во время Первой мировой войны большая часть погибших жертв были военные, которые были обучены и участвовали в военных действиях с помощью оружия, то сегодня, говоря о военных конфликтах, о войне, мы уже имеем в виду и смерти гражданского населения. Это те люди, которые страдают от конфликтов, страдают от таких ситуаций. И большая часть этих людей — это женщины. Они сегодня не только участвуют в битвах с оружием в руке, они активно участвуют и также помогая восстановить разрушенные города, общества. Они заботятся о раненых, о беженцах. Их роль огромная. И они выполняют ее для того, чтобы сохранить мир в мире. Но и сегодня, вот совсем недавно, отмечая 20-летие резолюции номер 1325 ООН, Данай Гурира отметила, что и сегодня женщины, которые чего-то достигли,
внесли свой вклад, сделали это не потому, что им была предоставлена такая возможность, а потому что они боролись против дискриминации и стремясь к своей цели. Принимая во внимание этот юбилей, который мы отмечаем, и к которому приурочен наш форум, для того, чтобы усилить роль женщины в решении военных конфликтов и обеспечить безопасность и мир, женщина все еще зачастую остается в стороне. Последние 20 лет в мировых процессах часть женщин составляла в среднем 13% среди тех, кто садился за стол переговоров, 6% среди посредников и еще меньшее количество среди тех, кто подписал мировое соглашение. Об этом уже говорили во время предыдущей сессии. А сегодня для меня большая честь находиться здесь, рядом с двумя униформированными людьми. У меня прекрасные слушатели и по интернету, и прекрасные докладчики по интернету. Я очень хочу с вами со всеми поздороваться. Приветствую вас, приятно вас видеть. И хочу пригласить докладчиков, чтобы они сделали вводное слово перед началом нашей дискуссии. И тема нашей дискуссии – женщины на войне и в зонах конфликтов. И в нашу сессию сегодняшнюю мы включили и еще одну войну. Война, которая идет и в Литве, где мы привыкли чувствовать себя достаточно безопасно, и мы уже приблизились, говоря о Беларуси, об Украине. Но война у нас та, которую мы ведем каждый день, и она очень страшная. Это домашнее насилие. Об этом мы тоже будем сегодня говорить. Так или иначе, сейчас я хочу предоставляю слово участнице сессии, той, которая говорит, что жизнь человека и свобода человека – это самые большие ценности на Земле. Автор этих слов – Алина Раду, журналист, которая возглавляет самую крупную группу исследовательской журналистики в Молдове – «Зерул де Гарда». Надеюсь, я правильно произнесла, и свою жизнь она посвятила борьбе против коррупции и за права человека. Ее деятельность отмечена многими международными и национальными организациями, и она известный эксперт в области равенства, гендерного равенства. Алина, пожалуйста, слово вам. Большое спасибо. Мне очень приятно здесь находиться и общаться с вами по вопросам мира, войны и того, что мы все вместе можем сделать для того, чтобы лучше обеспечить права человека. В этой сессии я хочу обратить ваше внимание на войну, которая наносит вред всем нам во многих странах. И я буду говорить о войне против коррупции. В особенности о том, как женщины в бедных странах возглавляют эту борьбу. Они самые смелые бойцы и противостоят коррупции для того, чтобы обеспечили лучшую жизнь для своей страны. Если позволите, я хочу включить презентацию и покажу вам просто несколько мыслей, которыми я хочу с вами поделиться. Надеюсь, вы сможете увидеть мой экран. Хорошо, я работаю как исследовательский журналист и также возглавляю команду, исследовательскую журналистскую команду. И мы стали первой группой, которую возглавляет женщина в моей стране. И это была первая команда, которая боролась с коррупцией. Работа была очень сложная. У нас сейчас уже опыт работы 17 лет. И что означает эта борьба с коррупцией? Во-первых, исследовательские журналисты решают очень много разных вызовов. Особенно вызовов у вас увеличивается, если вы женщина, если вы возглавляете команду, которая
проводит исследования.